Hi guys! Добрый день! Это Елена. Сегодня у нас суббота, выходной день в Арабских Эмиратах. И я сегодня направляюсь в торговый центр Dubai Mall. Самый большой торговый центр во всем мире. Конечно, весь торговый центр я вам сегодня показать не могу, потому что это просто нереально. У меня устанут ноги по нему ходить. Но все самое главное, все самое красивое, что есть в этом торговом центре, я вам обязательно покажу. При входе в Dubai Mall около Rainforest Cafe меня встретил вот такой вот шикарный лягушонок. Ну а я направляюсь к дубайскому аквариуму. Dubai Mall – самый крупный торгово-развлекательный центр в мире, расположенный в даунтауне Дубай. Общая площадь центра составляет 1,2 миллиона квадратных метров, торговая площадь – 350 244 квадратных метра. Ну а я направляюсь к аквариуму. Один из самых больших океанариумов мира расположен в самом крупном торгово-развлекательном центре Ближнего Востока – Dubai Mall. Океанариум в Дубае рассчитан на 10 миллионов литров воды и имеет наибольшую в мире внешнюю панель для просмотра обитателей морей. Под аквариумом расположен туннель для посетителей, откуда можно наблюдать за 33 тысячами различных морских обитателей океана, включая тигровых акул и скатов. Над аквариумом находится зоопарк со множеством рыб и морских обитателей, пингвинами, змеями и рептилиями. Океанариум в торговом центре Dubai Mall внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире крытый океанариум. Можно в океанариуме заняться и дайвингом. Здесь можно испытать свои нервы, погрузившись в клетки к акулам, посмотреть шоу и выставки, полюбоваться подводным миром в туннеле и с лодки. Ну и, конечно же, новинка в Дубае. Около самого большого во всем мире крытого океанариума бегают роботы, продающие билеты. Если вы развернетесь на 180 градусов от океанариума, то вы увидите магазин Candylicious, что в переводе на русский обозначает «восхитительная конфетка». Площадь этого магазина около 1100 квадратных метров. Это рекорд. Второй рекорд – это количество наименований. Администрация магазина заявляет, что продает тут более 5000 видов конфет и сладостей. Интересный факт, но арабы к этому магазину не имеют никакого отношения. Торговая марка Candylicious принадлежит компании из Сингапура. И большая часть магазинов Candylicious находится в Юго-Восточной Азии. Слоган бренда Candylicious – Eat Happy, что переводится как «Ешь счастливым». Но я так понимаю, что ешь счастливо и толстей также счастливо. Но тем не менее магазин просто шикарный. То есть столько конфет я не видела никогда в жизни. Я, конечно, понимаю, что у нас с вами сегодня не обзор ресторанов, но дело в том, что мимо этого кафе я пройти просто-напросто не смогла. Cheesecake Factory, то есть самые шикарные чизкейки в Дубае подают именно здесь. Но я так думаю, что вы уже в этом сами убедились, если вы смотрите это видео. Самый мой любимый кофешоп в Дубае. Ну и какая же женщина пройдет мимо магазинов, не смешите меня,
Особенно, когда 50% скидка. То есть белая пятница прошла, черная тоже, наступила белая суббота, но скидки все равно остались. Поэтому, конечно же, и в ГЕС, и в шикарный магазинчик Сальса, где продаются джинсы, я заглянула. Я заглянула и в самый большой в Эмиратах магазин косметики Sephora. Здесь представлены такие бренды, как Armani, Dior, Bobby Brown, Chanel, Yves Saint Laurent, Lancome, Estée Lauder, Burberry и множество других. И здесь можно абсолютно бесплатно сделать макияж. В этом вам помогут профессиональные стилисты, работающие в этом магазине. Если не хотите макияж, то можно просто-напросто послушать и научиться пользоваться декоративной косметикой самой. Как все это происходит? Вы сейчас увидите. So of course we already clean and prepare our lips now. So I'm going to start applying a lip liner. It's a lip liner contour from Urban Decay. We're using the lip liner because we really want to keep the lipstick stays longer at the same time. Or if you really want to make it more fuller, more volumizing lipstick, you can also create using the lip liner. Just follow your natural lip line. After applying your lip liner, of course, now I'm going, it's very simple. Now after the lip liner, I'm going to show you the deep purple from Urban Decay also. It's a sheer, creamy texture lipstick. Of course, I'm using the Sephora Pro Brush Lip Brush number 81. We're using the Pro Brush Lip because we really want a precise result of application. Sometimes we can also direct it applied to our lips, but with the lip brush, it will help more blendable and very achieve for the natural shape of your lips. Я думаю, что вы поняли, что косметику в магазине Sephora наносят по всем правилам, и вы многому здесь можете научиться. Как говорят, реклама – двигатель торговли. Вот поэтому профессиональные стилисты этого магазина и проводят уроки правильного нанесения макияжа. А я просто купила мою любимую тушь от Chanel и пошла дальше. К сожалению, в этом видео я не успела показать вам все, что я увидела в торговом центре Dubai Mall за один день. Поэтому продолжение следует. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Елена Шарова.